подписку на канал у Патриси. Сегодня мы пойдем кататься на том воздушном шаре. Сегодня мы пришли в парк, у нас с обезьяной. Сегодня мы будем кататься вот на таком большом воздушном шаре. Он поднимется высоко-высоко. Патрисия уже побежала. Я открою секрет. Этот воздушный шар еще пока что закрыт. Он откроется через 10 минут. Патрисия пошла занимать очередь. Патрисия стоит уже в очереди. Там вот уже собралось много-много людей. Вот она бежит. Ну что там, Патрисия? Ты заняла очередь? Заняла очередь? Молодец. Пойдем заплатим за билет. Что тебе кажется? Не, этот воздушный шар сегодня с 6 вечера до 8 вечера открыт. Да там помещается 30 человек в этом воздушном шаре. Ты можешь не беспокоиться. 30? Да? Ну что, пойдем в кассу. Заплатим за билетики. Что там, касса закрыта пока что? Тогда подождем еще 10 минут, и потом откроется касса. Возьмем с собой, Беатрис? Да. Ты уверена? Патрисия с моим поднимается, кажется. Идем посмотрим. Ему нельзя подниматься. Вон, смотри, вон, видишь, внизу корзина такая огромная. В эту корзину мы сядем. Вон, смотри, газ там. Вон, огонь посередине надувает. И поэтому он поднимается. Смотри. Ну, его отсюда незаметно. Я вижу. Или это не огонь? Что-то там мигало. А ну-ка, что это мигает? Давай посмотрим. А, это просто какие-то цифры мигают. Он самолет летит. Ты знаешь, что мы сейчас, когда поднимемся, мы увидим весь Тель-Авив сверху. Патрисия, смотри, его подняли. Без людей. А, там есть один человек, да. Это они испытывают его, да? Они проверяют, если там есть сильный ветер. Нам сказали, что если будет сильный ветер, то надо будет подождать, пока закончится сильный ветер. Смотри, сколько людей собралось. Все хотят покататься. Полетать. Точнее, если сказать. Почему корзина открыта? Потому что там люди не стоят. Это, наверное, для того, чтобы для веса как-то там все спланировано так, чтобы посередине не было тяжело. Эта корзина, она издалека кажется маленькая, но она очень огромная. Вон там, где дядя стоит, вон там по бокам есть огромное количество мест для людей. Нет, там сидеть ты не будешь, там будешь стоять, потому что что ты будешь сидеть? Ты же хочешь посмотреть все сверху, как оно все выглядит. Вид, панорама. Да там всего лишь 15 минут мы будем летать. Ты не успеешь устать за это время. Смотри, а люди все подходят и подходят. Надо будет не отходить от кассы, чтобы получить номерки. На меня собака! Нагавкала собака? Она подумала, что ты скелет, наверное. Ну ты же, смотри, у тебя платье со скелетом. А скелеты не должны быть что? А в чем они должны быть? Просто косточки белые. Ой, смотри, где он уже находится. Смотри, как высоко. На этой высоте, да. Представляешь, он держится только... Это уточки. Он держится всего лишь на одной веревочке на этой. Представляешь, если он улетит? Оторвется и улетит. Представляешь? Да, смотри, как высоко. Смотри его, опа, уносит влево. Не, смотри, смотри, он уже над нами прям. А это мигает фонарик, чтобы если вдруг вертолет будет лететь, чтобы он не сбил, не столкнулся с ним.
Так, мы все-таки умудрились купить билеты. Вот он, воздушный шар. Наверху, оказывается, очень сильный ветер, и поэтому поднимаются туда не больше 5 человек за каждый раз. Поэтому нам придется ждать очередь долго. Вот смотрите, прямо не могут приземлиться, ветер такой. Так, у нас 9 номер. Патрисия, ты стоишь в очереди, сейчас нас должны пропустить. У нас 9 номер. Ну, так получилось, что там 9 номер. Ты готова, Патрисия? К полету. Пойдем, встанем, сейчас нас позовут. Вон там люди уже спустились, радуются. Ну, иди встань здесь, а. Да, на входе. Сейчас, когда будут спрашивать, какие номера, то ты скажешь, что у нас 9 номер. Так, ну что, нас уже запустили в отдел для ожидающих. Теперь ждем воздушный шар, который наверху. Все, беги. Все, нас пропустили. Наша очередь. Скорее, скорее. Занимай места. Ух ты, какой он огромный. Так, смотри, какая корзина. Да, заходи туда. Проходи дальше, дальше, чтобы люди зашли за тобой. Смотри. Вон там вон подъемный кран у нас тянет. Видишь, поэтому, по этой веревке. Ну, двигайся дальше, дальше. Вот, все, стой. Да, вон, видишь, моторчик поднимает и опускает этот воздушный шар. Держимся, сейчас будем взлетать. Ты готова? На старт! Внимание! Марш! Давай, может, тебе курточку оденем? Смотри, держи свою обезьянку крепко, чтобы она не улетела. Ой, мамочки, я боюсь. Не бойся, я с тобой. Здесь, смотри, здесь все закрыто, так что мы не упадем. За это ты можешь не переживать. И мы не улетим. Здесь такой конкретный канат. Конкретный механизм. Смотри, какой здесь и конкретный такой механизм. Все очень крепко сделано. О, запустили воздух в шар. Воздух или что там, элиум. Ну что, все, поднимаемся. Так, вот нас под... Опа! Держишься крепко? Мы взлетаем, Патрисия! Папа, иди ближе ко мне! Что, ты боишься, что ли? Да, он, Беатриса, за нами плачет. Папа, иди ближе ко мне! Еще ближе? Да. Куда еще ближе? Сейчас мы весь Тель-Авив отсюда увидим. Знаешь, какая красота будет? Смотри, мы уже высоко. О, это лунопарк. Вон, видишь, светится который? Да, это все. Вау, тебе это лунопарк. Все, как красиво в лунопарке, все освещается. У него это Black Mamba. О, видишь, чертово колесо. Аттракционы. Красиво, да? Мы можем на этих выходных, которые у тебя будут в конце каникул, можем пойти. Так, это все Тель-Авив, видишь? Это северный Тель-Авив. Вон то Рамат-Ган уже. Вот это еще... Это уже Рамат-Ган. А вон там Тель-Авив. Иди сюда, посмотрим отсюда. Вот это Тель-Авив уже. Высотные здания. Вон. Такие по 70, по 80 этажей. Вот эти вон по 50. Вот эти тоже 60, 50, 70. А вон в той стороне море. Патрисия, представляешь, если бы мы здесь днем бы...
летели бы, то мы бы было бы вообще супер красиво. Мы бы увидели бы и море бы. Да, но мы не увидели эту бы красоту. Точно. А вообще, смотри, Луна Парк вообще выглядит отсюда классно. Смотри, смотри, как высоко. Смотри. Да. Это лодки в озере. Представляешь? Да, они в виде машинок сделаны. Какая красота. Патрисия, иди посмотри, как здесь красиво. О, смотри, какие здесь высотные здания наши. Вот отсюда смотри, вот. Красиво? Вот это и есть Тель-Авив. Наш красивый. Ух ты, мы крутимся вокруг оси. На чертовом колесе. Ты знаешь, это называется чертово колесо? И колесо обозрения, и чертово колесо. А почему чертово? Ну, потому что оно высокое. Так, Патрисия нам сказали, что мы сейчас будем спускаться. И где-то 4 минуты возьмет наш спуск. Опа. Прямо уж чувствуется, что мы спускаемся. Ты чувствуешь? Да? Тебе не тошнит? А мне что-то чуть-чуть затошнило. Что? Ты снова туда в шар вдувают воздух. Почему? Ну, мы потихонечку спускаемся. Видишь, они надувают шар, чтобы мы резко не спускались. Так, мы потихонечку спускаемся на нашу площадку. Шар постоянно крутится вокруг своей оси. Держись. Сейчас будет столкновение. Держись крепко. Крепко. Тыдыш, опа, ура, приземлились. Беги к маме, пойдем расскажем маме, как было. Нам сюда или сюда? Сюда, сюда, за ними иди. Что? Они работают, сейчас другие люди идут, вон, видишь? Все, скажи бай-бай нашему воздушному шару. Пока-пока! Это мяч футбольный. Футбольный мяч, да, там наклеили. Всем пока-пока и подписывайтесь на мой канал. Это было страшно.